Hey. Here you go. Второй пойник. Hey, Vincent. Who is this Emily, really? Don't even ask. You ready? Yeah, I just need to fill her up. Help me out. Sure. The gas tank's right over there. Yeah. What do you think? Is this a good landing spot? Let me see. Yeah. But it's gonna be a long walk through a dense jungle. That's fine. You could also parachute down here. That would get you way closer. No thanks. I'm not good with heights. Whatever you want. Wait, Emily. Do you have parachutes here? I do. Hell no, Vincent. Are you crazy? Do you know how much time that would save us? I don't care. I haven't even seen a parachute before. It's not that hard. You just pull a cord. Right, Emily? Well, technically, you're right. Come on. What do you say? Я на очке. Нет, ты чё, я высоты боюсь? Нет, Игорь, прыгай. Ну ты чё, дурак, что ли? Да нет, да прыгай. Ты кажется, за кольцо дернешь и все изи. Да я никогда не прыгал. Да и чё, ну первый раз прыгнешь. Ну по плану было, естественно, ты чё? Погнали. Ёб твою мать. Не-не-не, гол. О, shit. Alright. I mean, how hard can it be, right? Don't worry. Нахуй так рисковать. Да нормально, тебе понравится. Релакс. I'll show you the basics before we jump. Yeah, you better. Are you being cocky now? What? No, whatever. Just show me the basics. I got this. Good. Emily, I'll handle the fuel. Спасибо, конечно. Sorry, that's just it's coming with us. Just get it on the plane, okay? Got it. Там труп чей-то. Что там? Спальный мешок. Там стол, кажется. Перекрыть топливо, принести журнал. Ага. Давай. Делай. Че тут не в чем тебя это завонить? Well, I never saw this one coming. My own picture in the paper. Kinda like it. Водички. Guys, come on, unplug the fuel line. Да-да-да, ща. О, похавать есть что? Мда... Хотя пивка можно было взять. Хм. А тут миленько. Блять, по-братски. Чё? Чё-чё? Давай ищи журнал. И топливо прикрывай. Ладно, топливом я займусь, допустим. Я ищу ещё. Чего? Иди нахер. В смысле, а чё не так? Почему он не прикрывается? Надо типа сначала тут. Действуй. В смысле? 180. Где журнал? Где я? А есть похавать что? Игорь. Если там надо тыкать ей, я ебал. Все, иди к черту. Ну че ты? Какой five? Там был one, потом five? А где, где это? Давай, если сделаешь больше, я не знаю. Слышишь? Нет, спасибо. Давай, иди сюда. Да давай, давай, ты чё, ты пусси? Ой, блядь, да, хил, я понимаю.
Сколько ты взял? Собери тигр, 11. Так. Кекс 10 еле-еле сделал. Окей. У меня там вновь из игры. Гади. Блять. У меня все еще в фальтабе. Что за дерьмо? Все. Давай, ебись. Да в смысле, как это может тавнуться? Я ебал эту игру. Ну, ну давай, чуть-чуть. Почти 10. Ну! Хорошо, 11. На 11 я вообще не знаю, как я нажимал. Не, иди нахуй, я даже не буду пытаться. Блин, я хочу еще раз попробовать. Что это за хуйня? Ты на макросах там, признайся? Не, больше я не смогу. Очко. Да. Нет, 12 это нереально просто, я не знаю, кто сможет. Он не сильнее стал это потеть? Да вроде нет. Точно? Чё, 4 нужно? Или что? Чё ты сделал? Я это 4 ебанул, походу. Почему? Там же нужно Е нажимать, как ты только в 4 нажал? Ну, у меня рука на клаве лежит. Сука. Ой, блядь. Господи, я мокрый, я сижу вообще. Инвайт кинул. Макрос нолгаут. Сука. Это как будто штаны, сука, треснули. Он перенапряга. Продолжить. Продолжить.
Продолжить стоит. Пикай, перса. Шпингалет лопнули. Погнали. Еще раз закончу. Да, я не закончил. Давай, я подстрахую. Да это вначале лучше это. Там норм можно нажимать. Давай, давай, подсоберись. Мне смешно стало. Воу-воу-воу. Давай, Игорь, я верю в тебя. Сука, хорошо, сейчас вебка не включена. Я, сука, такой мокрый ебальник. У меня сука, тоже. Губу прикусил, блядь, съеб, надращиваю эту хуйню. Да оно вообще не двигается. Ну в смысле, нажимай быстрее. Во-во-во-во. Вот так вот тебе и надо жать. Погоди. Я встану, Во-во-во-во-во, вот ты разгоняешься нормально. Тебе нужно дойти и поймать вот этот ритм. Подсоберись. Че будет, если тебе жена сейчас просто в комнату зайдет? Во-во-во-во-во. Сука. Сейчас, погоди, блин, окно. Окошко открыл, да? Сейчас, погоди, наушники сниму. Сука, это заявка, это заявка. Чё, там сильно было? Там было близко? Ну, 1/4 почти. Понял, без наушников лучше, да, сейчас, погоди. Давай, давай. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Нет, нет. Сука. Сколько там было? Половина. Не, я не верю. Я не верю, погоди, что он сможет. Погоди. Ща. Ща, блин. Может, сходишь умоешься, там вот этот вот подготовишься.
сука. Что за ебаное дерьмо? Гади, надо сменить позу. Мне интересно, в какой-то позе сейчас это делал. Нет, 12 раз невозможно. Я там нажимал с максимальной скорости, и там вообще не шло почти. Не, это нереально, мне кажется. Минус Клава, короче. Сейчас будет. Сука, не, я ебал, это, блядь, долбоебизм, это... Я с такой скоростью жал, что это, блядь, эпилепсия какая-то, нахуй. Ну, хз. Ну, у тебя получилось почти, ты половину же набил. Половину набил? Не, это пиздец, это просто пиздец. В один из раз. Ты, блядь, на макросе хуярил, минус 100. Это невозможно так сделать. Ты в смысле? В прямом, блядь. Ну, ты слышал, как я нажимал? Должен был. Блять. О. Ну. Готовьте пакчампа. Ну. Ну как так, блядь? Сколько боли в этих словах. Ну, у тебя почти было. 3/4 уже. Да, блядь, передохнуть, я ебал. Ты просто хотел улететь. Прости. Чего? Говорю, ты просто хотел улететь, прости. Улететь хотел? Да. Я тебя забатил на дерьмо. Это, блядь, твоя вина. Мы теперь никуда нахуй не двинемся отсюда. Так, ну что, ты готов? Давай, давай, Игорь. Я уже готов даже после тебя еще 12 попробовать еще раз. Чё за х... Ты с двух рук, что ли, делаешь, или чё? Сука! Чё, это ещё раз показать? Может, тебе реально музыку подрубить, там, из Рокки вот этот? Eye of Tiger. Мне кажется, поможет. Попробуй. Блядь, ебал. Чё? Я мискликнул. Давай по новой, похуй. Давай, бани ты сначала. Давай, твоя очередь. Мне кажется, у меня уже кнопка по-другому идет, если честно. Ебаш. Блин, 19 это невозможно.
Хилл Прайс, включи вебку. За сколько ты вебку включишь? Игорь, включи вебку. Не, я ебал. Какая нахуй вебка? Давай, Игорь. Че, у тебя 5.11 или? Ну да. Все. Не, 11 я уже выбиваю. Но дальше я прям вижу, что она уже не идет. Это... Хз, это нереально. Фу. Блять. У меня рука уже мертвая. Не знаю, у меня уже, кстати, остыло. Я даже сейчас нажимал, почти не устало. Давай, Игорь, 10 для детей вообще, смотри, как ты уже мутишь. Ты десятку не мог сначала сделать. Блять, как сложно, сука. Руку держишь, скажи. Я как? Короче, да. Я рука сверху клавы, я большим пальцем нажимаю на Е. Понял? Большим пальцем? Да. Почему большим? У меня, короче, локоть просто на столе. Ну, я наклоняюсь в сторону клавы и указательным пальцем быстро нажимаю, прям очень. Чего в сторону клавы? Чего нахуй? Ну, блин, то есть под углом как бы. Ну, у меня локоть на столе. Ну, у меня тоже. То есть... Сверху клавы и большим пальцем я хуярю. Не знаю, я указательным, почему большим? Большим же неудобно вообще. Нет, но большим быстрее получается, чем... А, не знаю, ну я прям указательным бахаю, жестко. Как можно большим пальцем вообще делать? Вот он! Блять. Половина. Подожди, у меня кнопка улетела. Чего? Где она отлетела куда-то? Ладно, в принципе, она мне мешала только. Кстати. Погоди, это тоже мешает. Может, все кнопки снимешь, только я ставишь? Не-не, эти две мешают на самом деле. Дайте, как его вынуть. Давай, гривируй в тебя. Сейчас выну кнопку. Ага. Давай, давай. О. Вебку, Игорь. Воу-воу-воу-воу-воу. Готовьте пучок. Сука. Ну как? За малым. Как же за малым. Блин, иногда настолько быстро идет, что я даже как начинаю сомневаться. Погоди, погоди. Погоди, блядь. После этого надо в армрестлинг идти.
тяжелое дыхание. Игорь, так сознание потеряй. Сука. У меня повод протек. Ладно, я пока игровой автомат чекну, то мне говорят тут. А, тут походу на двоих. Надо ждать. Сука, реально потная катка. Хорош. Респект, Игорь. Когда ты последний раз так потел? Нет, 12? Я не верю, что это возможно. Ты че, больной? Не-не, 12 это Girl of Time, точно. Блять, она даже не накапливается. Ты челлендж. Ну я говорю, что это вообще невозможно. Или тебе там челлендж какой-то выдвинули на 15 раз. Небольшой вклад на новую клаву и операцию на пальце. PS, чёрт хуёво работают менты в этой игре. Уже бы давно поймали вас, пока вы тут букву Е теребите всем зло. Че, на этом рестлинг потом? Да, короче, последняя попытка. Сейчас я попытаюсь очень люто надрочить. Я, блядь, встану. Давай. Не-не-не. Я говорю, это невозможно просто. Она хоть подвинулась? Нет. Серьезно, блядь? Но я говорю, это невозможно. Нет, реально невозможно. Я жал с такой скоростью, и она там двигалась еще чуть-чуть просто. И невозможно так это там держать. Я просто ценю свое время. 15 минут назад говорил ты. Ты хочешь еще или что? Я ебал, я сейчас нажимал, пиздец, как быстро, я не знаю, было ли слышно это на стриме, я думаю, на стриме было очень хорошо слышно, как я нажимал эту кнопку ебаную. Бля, я не знаю почему, но...
У меня такое чувство, будто у меня нет правой руки. У меня кнопки-то работают, вообще назад вставил. Подкачался немного. Че, на левых теперь, может? Так я чередовал и левые, и правые. А, ты чередуешь еще? Да. Я на левом, мне кажется, вообще не смогу сейчас. Ты еще чередовал там что-то. Да, Игорь, если не чувствуешь руку, можешь пока это использовать это. Ты чего, блядь? Че ты ржешь? Это в чате, я просто ценю свое время. Не, ну она чуть-чуть двигается на самом деле, когда я надрачу. Или нет? Хз. Мне кажется, больше, чем четверти не было ни разу. Ну, четверть у меня была? Ну, мне кажется, нет. Ну, типа, полчетверти, наверное. Ты проходил. Но мне так кажется. Я не следил, если честно, прям. Нон-стоп. Блин, хочешь, ты отдохнешь? Я еще раз попробую прям плотно на 12. Или ты боишься, что потом не сделаешь? Еще раз 11. Где? Я ебал, все. Давай, ебаш. Что, ты хочешь, чтобы я, и все? Ебаш. Да нет, 12 это невозможно. Я, мне кажется, пиздец, сколько нажал сделал. One. Five. Я чувствую, что у меня кнопка уже по-другому нажимается. Либо я тоже руки не чувствую. Да какие нафиг макросы? Вы чё, больные? Мы тут вообще с ним играем. Сколько было? Четверть не дошло. А? Не дошло до четверти. Господи, я не могу ритм сразу типа взять такой. Ты чё, больной, блядь? Ты чё нахуй делаешь? Ты ебанутый? Там почти до половины дошло. Сколько? Почти до половины дошло. Значит, я смогу. Чем? Ты, блядь, больной, нахуй. Ёбаный твой рот, блядь. Или не смогу. Или не сможешь. Так, всё. Блин, у меня уже палец болит. Не, я почувствовал тот момент, когда было прям очень быстро, ну, хз. Хз, как это получилось? Блять, я руку не чувствую, надо другой хуярить. Ах.
Игорь говорит, как... сделаешь 12, скину 5к, не пижу. Игорь, как сделаешь 12, скину 5к, не пижу. Ты какой ритм? Мне кажется, ритм вообще никакой роли не играет, лол. Не, я же пальцы не чувствую. Блин, другим я не смогу, наверное. О, I'll give this to Emily. Че, Рот, ты 5к? Рот, ты 5к? Как ты так долго сидел и ты нажимал, я не понимаю, и потом вообще прошел. Ну, вот так вот. У меня уже рука забилась. Ну, у меня тоже было так себе. Да ебану. Тот чел, которого вы летите кончать быстрее от старости, кони двинет. Я считаю, что это успешно для половины дошел. Мексику. Там пилот в акуле сидит с вас. Иду мойся, короче. Ща приду. Ебаный ад, блядь. Ёбаное дерьмо. Так, надо подсобраться. Максимально подсобраться. Чё, ты один снимаешь или чё? Я? Чего? Один снимаешь? Ну ты чё, Игорь? Во, вот это другое дело. Чё-то это тяжело было. Виду. Давай, давай, у меня ручка пока отдыхает. Да это, блядь, нереально, нахуй. Она вообще не сдвигается к хуям. Блядь. Я ебал, я просто ебал. Блин, я, короче, знаю, нужно просто не сбавлять темп, сразу после 11 сразу 12 начинать, иначе потом уже все. В смысле? Ну, я же сразу начал делать, у меня почти, типа, сколько там, половину, ты говорил, набрал. Ну, а потом все, уже никак. Я дал заднюю и гг. Надо было дожимать. Ох.
Нет, это невозможно, блядь. Это просто невозможно. Не-не. Честными способами это невозможно. Сейчас с такой скоростью, блядь, тыкал, что пиздец просто. И она все равно не двигалась. Блин, ну если у меня получилось с половиной набрать, значит. Это возможно. Не, я ебал. Я просто ебал. Не, это нереально. Но 11 я уже спокойно набираю. Прям блин, короче, я пробую последний. Все. И едем в игровой автомат. Игровой автомат? Гляну хоть что-то. Погоди. Я же даже боюсь нажимать быстрее. Потихонечку буду. Потихонечку? Набирать. Форма. Блять. Блять. Какая боль. Я просто не чувствую. Не чувствую руку. Так. О, у меня палец так отвалится. Сколько сейчас? Четверть была хотя бы? Четверть? Да. Ну, я не смотрел, авто объяснил. Я в браузере тренируюсь, смотрю, как быстрее он работает. Чарс АРК 70 РГБР. Как еще быстрее? Лимит кликов 30. Как поддержать это? Ты уже близок. Сколько еще было? Хуй вас знает. Я отвлекся на донат. Там рассказывают про это самое. Лимит нажатия на клаве. Соберись. 45% было. Но это не густо, это хуйня полная. Блин, если полностью передохнуть, мне кажется, это возможно. Давай другой рукой будешь. Да я другой не смогу, Зак. Чисто, это качалка, это байт на донаты. Красные блины по 20 килограмм. Да нет, у меня руками это юзлос. С такой скоростью жмешь одной, что двумя это невозможно. Поздравляю. Ты пожал сотку КП. Просто андрил. А у меня палец не поднимается от кнопки даже. Там на миллиметр. Там нужен просто этот момент поймать, наверное. Поймать момент? Ну, типа, когда кнопка нажимается. И вот этот миллиметр, типа, болтать туда-сюда. Фух. Блядь, какой ад. Все, чуть передыхаю. Последний раз и все, больше не хочу. Достаточно?
Мне кажется, это нереально все-таки. Но, блин, если поддержать этот темп, то как бы реально, но это... Не знаю, как это сделать. Смить на безымянный палец и держи его под углом. Не, ну другим пальцем можно попробовать, потому что у меня реально уже указательный болит. Да нет, это вообще не то. Может, тоже большим попробовать? Ебаш. Ну, кстати, сейчас достаточно быстро было. Двумя пальцами. Да как это сделать? Не, лол. Unreal. Блин, хочу понять, с какой скоростью нажимаю, она типа прибавляется. Некоторые люди говорят, то, что надо в ритм кнопки хуярить, а не в скорость. Мне кажется, это полная хуйня. Бред. Ну вот я в ритм нажимаю. И че? Непонятно. Да не-не-не, отстань. У меня реально кнопка уже по-другому нажимается. Очень мягко. Может, винт сменить? Может. Где это? Может, у тебя уже кнопка сломалась? No why, не знаю. Блин, не поменялось. Все, все, я сдаюсь. Я не хочу больше. Я, конечно, хочу 12 сделать. Да, дай я не настолько. Робу прижал к скамейке. Ну, бежит. Как школьник, ей-богу. Не, на пробел... Не, у него слишком долгий ход, мне кажется. Да, я на пробел пробовал, это полная хуйня была. Понял, Игорь, тебя. А... Делаю, 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 нормально. Нормально, пошло. Давай, давай, пошло. На колесо, что ли, поставил или что? Нет. Макрос сделал? Пошло, пошло. Я просто расхуяриваю в ритм. Тебе же сказали, в ритм надо нажимать, а ты не верил, ебать. Да-да-да. Капец, это, конечно, лучшая. Мог сделать и типа, попотеть, а потом сделать тебе типа, 12. И все, и плюс 5к. Тебе сказали, в ритм надо нажимать. Слушай, после 30, короче, хуёво идет. Не, после 30 он вообще не идет. Читер. Надеюсь, тебе стыдно. Ну, короче, 30-ку я сделал. Делай скриншот. На 31 вообще не идет. Погоди секунду. Сейчас глянем.